Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Перово. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Перово. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – шоссе энтузиастов.
«Шоссе энтузиастов». Наземный переход на станцию «Шоссе энтузиастов» Московского центрального кольца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – авиамоторная. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – площадь Ильича. Ильича. Переход на станцию Римская. Выход к железнодорожной платформе «Серп и молот». Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Марксистская». Таганско-Краснопресненской линии. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах осторожно, двери закрываются. Следующая станция Третьяковская. Станция Марксистская. Переход на станцию Таганская кольцевой линии и станцию Таганская Таганско-Краснопресненской линии. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Третьяковская. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры,
Будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона. Переход на станцию Новокузнецкая и Калужско-Рижскую линию. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. За нахождение в поезде, следующем в тупик, в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.